Здравствуйте, дорогие друзья! Совершенно коротенький ролик на масочную тему. Кому война, кому мать родна. Вообще бизнес рулит. И вот встречается такое уже беззащитные маски. Само по себе название беззащитные маски. Комплект две штуки. Нежные и воздушные маски с декоративными пуговками станут модным аксессуаром, подчеркнут вашу чувственность и помогут избежать лишних вопросов в общественном транспорте, торговых центрах и кинотеатрах. Прозрачная ткань, полиэфир, заушные петли, 100% хлопок, мягкие и удобные. В комплекте две штуки, бежевые и черные. Вот такой дурдом. То есть это действительно будет работать? То есть можно одеть марлю, можно сетку от комаров одеть, и будет вам счастье. Это все, что нужно для Роспотребнадзора, для СС Собянина и для всех подобных лиц непонятного происхождения. Вот такой нам театр здесь устроили.